Поляки и русские друг друга не любят. Точнее, они испытывают друг к другу разные неприязненные чувства. От обиды и презрения до ненависти. Что не исключает, однако, непонятной взаимной тяги. Всегда, тем не менее, окрашенной недоверием. Чеслав Милош, польский поэт. Лауреат Нобелевской премии по литературе. Ранним утром 24 июня 1812 года армия Наполеона вторглась в Российскую империю. Начались убийства, грабежи, разорение церквей. Особым рвением в боях отметился 30-тысячный польский корпус. Но что поляки делали в армии Бонапарта? Почему так враждебно были настроены против России? Сотни лет русские и поляки жили по соседству. Два славянских государства, два славянских языка, две христианские конфессии. Лишь считанные годы в истории двух государств проходили спокойно, без взаимных угроз и конфликтов. Так по какой причине враждовали соседи-славяне? Россия и Польша. В 1014 году в древнерусском городе Турове гуляла пышная свадьба. Великий князь Киевский Владимир женил своего сына Святополка на дочери польского короля Болеслава Хороброго. Владимир, недавно принесший на Русь христианство, надеялся, что этот брак поможет наладить мир с соседней Польшей. Ведь уже много лет причиной споров с польским королевством были западные славянские земли. Границы между державами были условными, а на заставах то и дело возникали конфликты. Из летописей Туровского монастыря. «Ляхи многи при Идыша, избиши епископы, пропы и бояры, селы пополиша и смерды к себе уведыша». Надежды князя не оправдались. Не прошло и года, как Владимиру стало известно. Его сын стал участником заговора. Польская принцесса убедила Святополка принять католичество. А это могло привести к потере киевской державой Туровского княжества и его присоединению к Польше. Святополк с женой были арестованы. В ответ польский король Болеслав хотел было пойти на Киев войной. Освободить дочь и зятя. Но отсутствие надежных союзников остановило этот поход. Впрочем, ненадолго. Вскоре князь Владимир скончался. Его сын Святополк бежал из-под ареста, убил трех братьев и захватил власть в Киеве. Свергнуть Святополка пытался еще один его брат, Ярослав. Так началась их многолетняя борьба за киевский престол. Святополк был вынужден позвать на помощь тестя, польского короля Болеслава. Именно тогда русская столица узнала, что такое оккупация. Первыми иноземцами, вошедшими в Киев с оружием, стали именно поляки. Местные жители подверглись гонениям, насилию, грабежам. Горожане прятали крынки с серебряными украшениями, зарывая их прямо в землю. Лишь бы драгоценности не достались врагу. До сих пор археологи находят множество таких невостребованных кладов. Значит, вернуться за ними было некому. Противостояние между Польшей и Русью на этом не прекратилось. Столетиями продолжались споры о владении городами и землями. Конфликты, которые сопровождались взаимными грабежами и насилием, вспыхивали на границах то тут, то там. Но в начале 13 века эти столкновения ушли на второй план. На Русь обрушилась масштабная беда. В 1237 году на территорию русских княжеств вторглись войска монгольских завоевателей под предводительством хана Батыя. Киев и десятки городов были сожжены дотла.
На долгие годы монголы установили на Руси свое владычество, впоследствии названное Золотоордынским игом. Первое поражение Золотая Орда потерпела лишь спустя 130 лет, когда в борьбу за русские земли вступила Литва. Правда, в своих собственных интересах. В 1362 году на реке Синюха литовский князь Ольгерд при участии русских воинов из западных княжеств сумел разгромить монгольское войско. В результате этой битвы многие древнерусские города – Киев, Полоцк, Смоленск, Чернигов, Брянск, Курск – вошли в состав Литовского княжества. Некогда единый русский народ, еще не сбросив монгольское иго, оказался на века разделен границами. Надо представлять себе, что это была за громада. Это настоящий мамонт среди государств Восточной Европы. Великое княжество Литовское объединяло десятки крупных городов, простиралось от Балтики и до Дикого Поля. И какое-то время оно было настолько могущественным, что могло поглотить всю Русь. Великое княжество Литовское – гигантское государство, образованное в 1240 году. В него входили часть современной Прибалтики, вся Белоруссия, земли Украины и несколько областей России. Княжество Литовское называли еще «литовско-русским», ведь большинство населения там составляли жители присоединенных славянских княжеств. Официальным языком делопроизводства оставался русский. Во многих городах правили потомки русских князей, в подчинении которых находились русские крестьяне и ремесленники. Граница же Великого Литовского княжества проходила между Вязьмой и Можайском, то есть уже в дальнем Подмосковье. Например, одна из почтовых станций на подъезде к Первопрестольной только в конце 18 века будет переименована из Подлитовья в Подлиповье. Веками Литовско-Русское княжество воевало с Московским. Эта борьба, в которой дальние родственники часто шли друг против друга, стала продолжением старой междоусобицы, вечных споров за города и земли. Но на протяжении веков главным противником Московской Руси оставалась Золотая Орда. В 1380 году московский князь Дмитрий Донской на Куликовом поле разгромил татаро-монгольскую армию Мамая. И даже несмотря на эту крупную победу, Москве понадобится еще целое столетие, чтобы освободиться от власти ордынских ханов. Через 6 лет после Куликовского сражения произошло на первый взгляд неприметное событие. Юная польская королева Ядвига вышла замуж за великого князя литовского Ягайло. Никто и представить не мог, что этот союз на века предопределит судьбы целых народов. Этот брак объединил Польшу и Литву в одну страну, которую потом назовут Речью Посполитой или государством двух народов – польского и литовского. В конце 14 века великие князья литовские принимают католицизм и начинают довольно быстро распространять католицизм на территории православные, русские, те, которые католицизма никогда не знали и не желали его. Судьба, которая ожидала эти земли, довольно неприятная. То есть постепенно, десятилетие за десятилетием, прессинг, направленный к принятию католицизма и оставлению православия, нарастал. Казалось, Московская Русь, зажатая между Речью Посполитой и Золотой Ордой, не имела шансов на выживание. Но князь Иван III решил иначе. Именно при нем в 1480 году
власть Орды над русской землей была окончательно свергнута. К новому сильному государству потянулись русские земли, которые находились в составе Литвы. Так начались войны, которые не прекращались на протяжении нескольких веков. Московская держава была провинциалкой в Восточной Европе. Малонаселенное княжество с деревянными городками, редкими каменными храмами, небогатые, вот только что скинувшие ордынское иго, чувствовавшие себя вроде бы крайне неуверенно в большой политике. И тем не менее, извините за выражение, оно как взялось долбать этого монстра и в течение нескольких десятилетий освободило и присоединило к себе колоссальную территорию. Ко времени царствования Ивана Грозного Москва отбила у Речи Посполитой Брянск, Курск, Новгород-Северский, Чернигов. Непрерывная борьба велась за Смоленск. Казалось, еще немного, и земли Древней Руси будут возвращены. Но тут на Московское царство обрушилась новая беда. В 1584 году умер Иван Грозный. Вскоре один из его сыновей, малолетний царевич Дмитрий, погиб при невыясненных обстоятельствах. А еще через несколько лет скончался последний наследник престола – царь Федор Иоаннович. На этом царская династия Рюриковичей прекратила свое существование. Московский трон на 7 лет занял шурин последнего царя Борис Годунов, после смерти которого страна окунулась в тяжелые годы безвластия. Начиналась страшная эпоха, смутное время. Смута начала 17 века потрясла до основания все здание русского общества. Достаточно упомянуть один факт. Приблизительно около года российского государства не существовало. То есть его пришлось собирать из осколков, восстанавливать и фактически вдыхать в него новую душу. Оно было уничтожено, и главным фактором воздействия разрушительного характера была польско-литовская интервенция. Во время смуты на московский трон появилось множество претендентов, в том числе иноземных. Одним из них стал самозванец, который выдавал себя за царевича Дмитрия, наследника Ивана Грозного. В 1605 году Лжедмитрий, поддержанный войсками крупных польских магнатов, вошел в Москву. На эти относительно скромные территории обрушиваются враги совершенно разных стран. Они объединяются общим названием поляки, но это были и литовцы, и приглашенные шотландские наемники и так далее. И они, конечно, разоряют страну, действуют крайне жестоко. Во время смуты были потеряны Смоленск и новгородские земли. Осквернены тысячи церквей. Полтора года поляки держали в осаде Троице-Сергиев монастырь. Уморили голодом патриарха Московского и всея Руси Гермогена, который призывал народ ни в коем случае не отдавать русский престол ставленнику поляков. «Уймите грабеж, пьянство, имейте чистоту душевную и братство. Клялись положить души свои за пречистый дом, за чудотворцев и веру. Так и поступайте». Лишь через 7 лет собранному со всей Руси ополчению Минина и Пожарского удалось выбить поляков из Москвы. Через год после освобождения Москвы Земский собор наконец избрал на царствование нового государя. Им стал Михаил Федорович из династии Романовых. Россия открывала новую страницу своей истории и пять за пятью начинала возвращать потерянные земли. Вскоре Московскому царству отошла левобережная Украина, что стало невосполнимой потерей для Речи Посполитой. К тому времени этот союз польских, литовских и бывших русских княжеств по сути превратился в огромную Польшу.
Тон во власти, политике и религии в Речи Посполитой задавали поляки. При этом само польско-литовское государство слабело день ото дня. Виной тому были не столько войны, сколько внутренние распри и раздутое по количеству польское дворянство – шляхта, составлявшая до четверти всего населения. Шляхта всей своей тяжестью упала на Речь Посполитую, на огромное государство, которое не могло прокормить столько ничего не делающих и способных только к войне людей. Оно не могло их реформировать и не могло их прокормить. Это заставляет страну провисать, еще более ослабляет ее. И это первая причина, важнейшая причина для слабости Польши. В 1501 году был подписан Мельницкий привилей, по которому короля Речи Посполитой лишали реальной власти, и он становился всего лишь главой Верхней палаты Сейма. Любое решение короля можно было легко заблокировать согласно либерум вето – возражению хотя бы одного депутата. Фактическая власть в Речи Посполитой была в руках польских магнатов, которые подкупали делегатов Сейма и принуждали короля действовать в своих интересах. В таких условиях Сейм был не способен принимать мудрые государственные решения. Речь Посполитая нередко приглашала к себе государей из-за рубежа. Когда один из государей польских умирал, не оставив прямого наследника, наступал период бескоролевья. И происходили выборы. Выборы могли идти месяцы, годы, со скандалами, с конфликтами, с драками. Тогда одна из партий, в конце концов победив, ставила своего претендента, но не факт, что этот претендент склонен был служить интересам польского народа. Бывали короли, которые просто бежали из Польши, когда находился более подходящий для них престол. Один из, например, королей принадлежал династии Валуа. Как только во Франции, освободился престол, он сбежал из Польши, немало не думая о своих подданных. Россия и Польша словно задались целью на все вызовы времени отвечать по-разному. Русь была православной, Польша – католической. В России укреплялась самодержавная власть. В Польше процветала золотая шляхетская вольность. Так, например, в Речи Посполитой всевластная шляхта решала проблемы с соседями с помощью так называемого наезда. Наезд – это то, что в современном языке русском называется бандитским наездом. И здесь нет никакого смыслового различия. Так оно и было. Собиралась банда загоновой шляхты. Она наезжала на имение соседа, творила беззаконие, грабила, убивала. После этого, разумеется, устраивался ответный наезд. И эта борьба могла длиться годами, даже десятилетиями. При этом суд оказывался порой совершенно бессилен. В московском государстве была разработана система знатности, или, если угодно, местничества, в рамках которой абсолютно невозможно было решение какого-то конфликта между двумя аристократами с помощью меча, только с помощью боярского суда. Несмотря на многолетнее противостояние, два народа тянулись друг к другу. Дворяне Речи Посполитой переходили на службу к московскому царю. А русская знать нередко отправлялась искать счастье в Польше. Многие в Москве владели польским языком, следили за польской модой, читали польские книги. Даже воспитателем детей русского царя Алексея Михайловича, Федора и Софьи, стал выходец из Речи Посполитой, Симеон Полоцкий. Царские дети помогали ему переводить на русский язык католическую псалтырь. Мода на все польское пропала только в годы преобразований Петра I. Это эпоха, когда Европа начинает завоевывать мир. Когда европейские корабли с пушками и десантом входят по всему миру, постепенно подчиняют все остальные державы. Этот момент очень хорошо показывает. Они оставляют русскому правительству выбора. Надо стать сильным, или тебя съедят.
Петр увидел силу Европы, он увидел Голландию, он увидел, в каких количествах в Голландии строятся военные корабли, он увидел мощь Англии, он увидел целый ряд других государств, увидел, в чем их сила. Польша в число вот этих государств, которые определяют лицо будущего мира, не входит. К началу 18 века поляками фактически управляли деньги и сила соседей – Швеции, Франции и России. Речь Посполитая была не в состоянии ни защитить себя, ни навести порядок в своих финансах, ни самостоятельно выбрать себе короля. В историю даже вошло понятие «немой сейм», когда 1 февраля 1717 года польские депутаты молча голосовали за то, что было выгодно Петру Первому. Например, за существенное сокращение армии Польши. А точку в истории Речи Посполитой через несколько десятилетий поставит уже императрица Екатерина II. Екатерина II. Российская императрица с 1762 года. Урожденная принцесса София Фредерика Августа Ангельт-Цербская. Супруга наследника престола великого князя Петра Федоровича. Впоследствии императора Петра III. Пришла к власти в результате государственного переворота. Прошло всего два года после восхождения Екатерины на трон, как в 1764 году она решила возвести на польский престол бывшего возлюбленного, аристократа Станислава Понятовского. Еще до воцарения Екатерины Алексеевны они пережили бурный роман. Станислав был человеком образованным, но императрица хорошо знала слабый характер своего рыцаря и умела им управлять. Понятовский согласился принять корону в надежде на брак с Екатериной II. Тем временем внутреннее безвластие в Речи Посполитой стремительно приближало ее к потере государственности. Королем Станиславом многие польские депутаты были недовольны. А вот кем его заменить, депутаты и сами не знали. Пока поляки спорили между собой, на их земли уже положили глаз соседи. Именно тогда прусский король Фридрих Великий предложил Екатерине II компромисс. Ни много ни мало провести раздел Польши. Время для этого было подходящее. В рядах польской шляхты как раз начался очередной раскол. Вызван он был спорами о религиозных правах жителей. Если изначально, в конце 16 века, польский король заявлял: «Я господин над вашими телами, но не над вашими душами», и говорил, что в Польше могут мирно существовать три религии – католицизм, православие и лютеранство, то уже в 17 веке Польша становится оплотом католицизма. Она становится сугубо католическим государством. При этом парадокс в том, что это государство обладает значительным количеством православных подданных и чуть меньшим количеством подданных лютеран. Нерешенность вопроса с ними, лишенность ими государственных прав подрывает польское государство в двумя моментами. Во-первых, он не дает Польше консолидировать свою нацию, консолидировать все свое население. А во-вторых, предоставляет соседям прекрасные поводы для вмешательства в польские дела. С 1768 года религиозные страсти накалились до предела. Польская католическая шляхта ополчилась против своего короля, создала конфедерацию и начала формировать вооруженные отряды. А все из-за того, что король Станислав пытался добиться равноправия для православных и лютеран в Польше. Перед лицом военной угрозы король был вынужден обратиться за помощью к могущественным соседям – России и Пруссии. Екатерина и прусский король Фридрих II показали, кто в Польше истинный хозяин, и ввели на территорию Речи Посполитой свои войска. В ноябре 1771 года отряды Польской конфедерации были разгромлены. Эти события помогли осуществить задуманный план по разделу Польши, которая в тот момент была не способна сопротивляться. После первого раздела Речи Посполитой в 1772 году Россия получила
Белоруссию и часть латвийских земель, Ливонию, Пруссия, Померанию или Поморье на Балтике. Австрии досталась Галиция, западная Украина. Развитые плотно населенные земли с хорошими почвами и богатыми городами, первым среди которых по праву считался Львов. У Речи Посполитой остались обширные территории на Украине, в Литве, а также исконно польские земли со столицей в Варшаве, так называемая «коронная Польша». После произошедшего польские магнаты решили нанести русскому самодержавию ответный удар. У них родилась идея привести к власти в России самозванку. Так в истории появляется загадочная фигура княжны Таракановой. В России в этот момент идет Пугачевщина, крупная крестьянская война. И императрица Екатерина II еле-еле удерживает трон под собой, что называется. Параллельно с Пугачевщиной продолжается Первая русско-турецкая война. То есть уже сложно, да? Немножко испортить ей жизнь можно, показав самозванку. Поэтому польские магнаты с охотой поддержали вот такую идею княжны Таракановой. Княжна Тараканова или принцесса Елизавета. Алина Владимирская Вальдомир. Самозванка, выдававшая себя за дочь императрицы Елизаветы Петровны от тайного брака с фаворитом Алексеем Разумовским. Тараканова, по одной из версий, была агентом французской разведки. Получила поддержку римского папы. Отправилась в Италию, в Ливорно, где во время войны с Турцией находился русский флот под командованием Алексея Орлова. Тараканова рассчитывала соблазнить Орлова и выйти за него замуж с тем, чтобы он помог ей взойти на престол. Но грандиозные планы сорвались. Несостоявшийся жених Алексей Орлов по приказу Екатерины II организовал похищение Таракановой. Из итальянского города Ливорно она была доставлена в Петербург. Узнав об этом, польская знать от нее тут же отреклась. А сама Тараканова вскоре умерла от чахотки в стенах Петропавловской крепости. В Польше тем временем все еще правил ставленник Екатерины, король Станислав. Станислав Август Понятовский воспринимался в самой Польше как разрушитель своей страны, естественно. И как человек, который старается подготовить один за другим раздел и сдать свою собственную страну за деньги бывшей своей возлюбленной императрице Екатерине, один кусочек за другим. С другой стороны, были представители Пруссии, оказавшие на него давление, и собственные магнаты, которые вставали то на сторону России, то на сторону Пруссии, и время от времени еще поднимали голову патриоты, которые говорили, что король не подходит Польше. У него было очень сложное положение. Европейские страны, глядя на беспомощность Польши, уже подумывали о ее втором разделе. В России одним из тех, кто долгие годы сдерживал уничтожение Польши, был князь Потемкин. Григорий Александрович Потемкин, светлейший князь, генерал-фельдмаршал, фаворит и марганатический супруг Екатерины II. Генерал-губернатор Юга России. Начал освоение и развитие Новороссии. Присоединил к России Крым. Создал Черноморский флот. Когда приближалась война с Турцией, Потемкин считал сближение с Польшей выгодным для России. Он предлагал пообещать полякам часть завоеванных турецких земель в обмен на их военную поддержку. Екатерина не спешила заключать союз с Польшей. Она была наслышана о мятежном духе и недисциплинированности поляков. А польский король, наоборот, выступал за создание такого союза. Станислав хотел доказать, что будет в силах поддержать Россию солидной армией в ее борьбе с Турцией. И вот летом 1787 года Екатерина отправилась в Крым на встречу со Станиславом Августом. Но польский король так и не сумел убедить Екатерину в преданности своих подданных.
В итоге императрица решительно отказалась от идеи союза с Польшей. Провал переговоров был на руку тем, кто выступал против России. В Варшаве распространились пугающие слухи, будто во время свидания король Станислав и Екатерина договорились о новом разделе Польши. Этим воспользовалась прусская партия, которая активно настраивала поляков против России. В Варшаве звучали призывы создать собственную конституцию и обещание вернуть Польше потерянные земли до самого Смоленска. За свою помощь Пруссия требовала города Данциг и Торн. Усилия пруссаков увенчались успехом. 3 мая 1791 года польский сейм утвердил конституцию, которая отменяла либерум вето. За это проголосовали 157 депутатов. При этом 327 депутатов отсутствовали. Ни о каком кворуме речи не было. Конституция была принята меньшинством голосов, лишь на одном воодушевлении зала. Но Польша все равно ликовала. Короля Станислава носили на руках, провозглашали грядущее величие польского государства и скорую войну с Россией. В такой ситуации, чтобы не позволить полякам действовать заодно с Пруссией, князь Потемкин начал готовить план второго раздела Польши. В конце 18 века проекты реорганизации польского государства наталкивались на устойчивое противодействие польской и литовской магнатерии. Фактически это были некоронованные короли в своих областях, своего рода олигархи. А наведение порядка в стране означало то, что их начнут прижимать, то, что у них начнут отнимать их положение и влияние на дела. Поэтому магнатам гораздо интереснее было сохранить хаос в стране, пользоваться тем, что на них ставят извне, как на решающую силу. Крупнейшие польские магнаты, противники конституционных реформ в своей стране, обратились за военной поддержкой в Петербург. Екатерина II выделила войска, которые вступили в Варшаву. Сопротивления не последовало. Король Станислав всего через год после провозглашения Конституции был вынужден ее отменить. А спустя еще год, в соответствии с планом Потемкина, произошел второй раздел Польши, который был закреплен договором от 13 января 1793 года, а в августе и сентябре его ратифицировал последний польский сейм. России достались Центральная Белоруссия, города Минск, Слуцк, Пинск и правобережная Украина. Пруссии – города Гданьск, Познань и Торн, а также земли по рекам Варта и Висла. Эти события всколыхнули польское королевство. Люди понимали, их родину раздирают на части, а власть не способна этому противостоять. В это время по Европе поползли слухи, будто бы Россия направляет во Францию армейский корпус, чтобы подавить начавшуюся там революцию и помочь приверженцам французского короля восстановить монархию. На самом деле Екатерина II об этом и не помышляла. Императрицу гораздо больше занимали события в Польше. Там как раз началось восстание с амбициозной целью – возвратить Речи Посполитой границы, которые она имела еще до первого раздела. Примечательно, что вооруженное выступление поляков началось при активной поддержке французских революционных властей, которые опасались прибытия во Францию русских войск. А потому, чтобы отвлечь внимание Екатерины от событий в Париже, всячески способствовали польскому выступлению. Так Польша была, что называется, брошена под копыта казацких коней, чтобы спасти французскую революцию. Лидером и символом этого восстания стал Тадеуш Костюшко. Тадеуш Костюшко родился 4 февраля 1746 года в Западной Белоруссии в семье бедного помещика. Окончил Калежский кадетский корпус.
Обучался во французской военной академии. Уехал в Америку, где шла война за независимость колоний от Англии. Отличился в битве под Саратогой, получил чин генерала. Вернулся в Польшу в 1784 году. С восторгом принял Конституцию 3 мая. Оказал сопротивление русским войскам. В 1794 году стал инициатором подготовки антирусского восстания. Костюшка поддержала почти весь офицерский корпус польской армии. Почему? Да потому что польская армия — это была чуть ли не единственная общенациональная структура, которая начала создаваться в стране. Она была незначительная по размерам, по численности, по вооружению. Но, тем не менее, это были люди, которые служили польскому королю, польской короне, польской государственности, которые осознавали себя как защитниками Польши. Естественно, они пошли за своим генералом. И еще один важный момент — это личность самого Тадеуша Костюшка, человека, безусловно, харизматичного, обаятельного человека, который сумел возбудить в своих современниках патриотический дух и доказать, что от его успеха зависит бытие всей страны и всей нации. В то время в Польше из-за отсутствия денег в казне армию решили сократить со 100 тысяч до 15 тысяч человек. Волнения среди уволенных офицеров, оставшихся без жалования, сыграли на руку Костюшка. Под его руководством 12 марта 1794 года в городе Остролянке бывшие офицеры подняли восстание против королевской власти, которая лишила их средств к существованию и, по их мнению, была виновна в разделе страны. Мятежники хотели восстановить Польшу в прежних границах и вернуть земли, доставшиеся России. Из мемуаров графини Анны Потоцкой. Мать однажды возила меня в лагерь Костюшка. Я видела там, как красивые дамы в маленьких шапочках на бекрень возили в тележках землю для постройки укреплений. Я завидовала им, и уже тогда мое детское сердце билось, слушая рассказы о наших победах. Я горячо молилась, чтобы Бог благословил наше оружие, не понимая при этом, почему нужно ненавидеть хорошеньких русских офицеров, которые так красиво горцевали на своих великолепных лошадях. Мятежников поддержали поляки, которые оказались после разделов в составе Российской империи. Через неделю Костюшка провозгласил себя диктатором всей Польши, включая старые территории. Сформированная им армия перешла невидимые границы и под Рацлавицами нанесла поражение русскому отряду. Во время восстания в центральных польских провинциях к войскам Костюшка присоединились крестьяне, вооруженные косами – косаньеры. Но против русских сражались не только на поле боя. В ночь с 6 на 7 апреля колокола ударили в Варшаве. В то время в городе находилось множество русских. Коренные жители, торговцы, аристократы, путешественники, владельцы лавочек и гостиниц. Поляки громили их дома и лавки. Число убитых русских составило 4000 человек. Княжна Анастасия Дашкова писала матери в Петербург: «Если вы не сжалитесь надо мной и не пришлете мне немедленно денег, чтобы я могла выбраться из Варшавы, я погибла. Мне предстоит пробираться через селение, где убивают за одно русское имя». Поначалу восставшим сопутствовал успех. Однако через месяц ситуация изменилась. Костюшка издал так называемый «Полонецкий универсал», указ, в котором обещал крестьянам личную свободу, но без земли. Такая свобода крестьянам была не нужна, и косаньеры стали покидать армию. Вскоре польские части в Брацлавском воеводстве были без кровопролития разоружены войсками Суворова. Суворов Александр Васильевич.
граф Рымникский, князь Италийский, великий русский полководец, участник семилетней Первой и Второй русско-турецких войн. Не проиграл ни одного сражения. В момент восстания Костюшко являлся командующим русской армией на юге и ожидал возможного нападения со стороны Турции. Был спешно отозван на другой театр военных действий и командовал войсками, направленными против армии польских повстанцев. До последнего Костюшко уверял своих испуганных сторонников: «Суворов будет занят войной с Турцией. В Польше он быть не сможет». Однако вышло иначе. Войска Суворова, 11 тысяч человек, двинулись к Варшаве и взялись за восставших поляков. Казачий авангард Суворова в трех сентябрьских сражениях разбил польский корпус численностью 18 тысяч сабель. Суворов занял Брест. А русский корпус генерал-поручика Ивана Ферзина сразился под Мациёвицами с войском самого Костюшко. После семичасового боя поляки были разбиты. Тысячи повстанцев погибли. Раненый Костюшко и пять его генералов попали в плен. 24 октября после кровопролитного штурма суворовские войска взяли предместье Варшавы – Прагу. Узнав о гибели 4000 русских жителей от рук поляков, солдаты мстили беспощадно. Генерал фон Клуген, воевавший под командованием Суворова, вспоминал: «В нас стреляли из окон домов и с крыш. И наши солдаты, врываясь в дома, умерщвляли всех, кто им не попадался. Ожесточение и жажда мести дошли до высочайшей степени. Офицеры были уже не в силах прекратить кровопролитие. Наши солдаты стреляли в толпы, не разбирая никого. И пронзительный крик женщин, вопли детей наводили ужас на душу. Справедливо говорят, что пролитая человеческая кровь возбуждает рот опьянения. Ожесточенные наши солдаты в каждом живом существе видели губителя наших во время восстания в Варшаве. Нет никому пардона, кричали наши солдаты и умерщвляли всех, не различая ни лет, ни пола. Прагу уничтожали на глазах у замершей от ужаса Варшавы. Увиденное заставило защитников польской столицы без боя сложить оружие. Суворов удержал свой корпус за Вислой, не вводя его в город, чтобы воспрепятствовать продолжению мести. 29 октября Суворов торжественным маршем вступил в польскую столицу. Магистрат города вручил полководцу драгоценную табакерку с надписью «Спасителю Варшавы». В этом подарке крылся двойной смысл: спасителю от повстанцев и спасителю от гнева собственной армии. Екатерина II писала о поляках: «По непостоянству и ветрености сего народа, по его ненависти и злобе к нашему, мы в нем никогда не будем иметь спокойного и безопасного соседа, иначе как приведя его в полное бессилие». Король Польши Станислав Август Понятовский под конвоем 120 российских драгун прибыл в Гродно под опеку и надзор российского наместника, где и подписал акт отречения от престола. Тем временем с Запада интересам Австрии, Пруссии и России угрожала французская армия, которая имела польских союзников. А потому третий раздел Польши был неминуем. В начале июня 1795 года Россия и Австрия подписали договор о третьем разделе земель Речи Посполитой. В октябре к нему присоединилась Пруссия. Австрия получила так называемую Малую или Южную Польшу с городами Краков и Люблин и земли по левому берегу Западного Буга от Варшавы до Бреста. Пруссия заняла саму польскую столицу, утвердив свои границы по линии Ковна-Гродно-Брест.
Россия же притянула к себе Курляндию в Прибалтике, Западную Белоруссию, Литву и часть Волыни. Польское государство уничтожалось полностью. На карте его больше не существовало. «Вы меня не поздравляете с русской колыбелькой», – писала Екатерина одному из своих корреспондентов. Именно как колыбель русского народа воспринимала она земли, вошедшие в состав России. Так состоялось фактически полное объединение тех русских земель, которые еще со времен Батыева нашествия были отсечены от русской державы. Что же до французской революции, то борьбу с ней пожилая императрица оставляла следующему поколению. Вскоре русский трон займет ее сын Павел, а затем и внук, будущий император Александр I. Екатерина II говорила: «Если революция охватит всю Европу, тогда из глубин Азии явится опять Чингисхан или Тамерлан, который укротит буйство Европы. Но этого не произойдет ни при мне, ни при Александре». Разделы Польши изменили не только ее историю, но и культуру. Именно в те годы польский композитор Михаил Огинский написал свой знаменитый полонез, названный им «Прощание с Родиной». Стихи и музыка, проза и публицистика, сами слова, мысли и душевные стремления поляков были отныне посвящены одному – возрождению Родины. Поляки были готовы пойти за всяким, кто пообещает им восстановление Речи Посполитой. И вскоре такой человек нашелся. Всего через 4 года в Париже произойдет государственный переворот, который приведет к власти Наполеона Бонапарта. У Польши появится шанс возродиться из небытия.